Родственники обнаружили тела молодых супругов в запертой изнутри квартире. Источник в силовых структурах уточнил, что рядом с мертвыми родителями нашли их напуганных малолетних дочерей. По факту обнаружения тел двух человек в квартире многоквартирного дома проводится доследственная проверка. Признаков насильственной смерти в ходе осмотра тел погибших не обнаружено, отмечено в сообщении Следственного управления СК по Ростовской области. Источник добавил, что первыми тело погибших ростовчан обнаружили родители девушки, которые пришли к семье в гости. Причины смерти не ясны. На месте обнаружения тел находились две маленькие девочки 2 и 3 лет. Дети провели рядом с мертвыми родителями примерно сутки, отметил силовик. Девушка и молодой человек лежали на кухне. Сейчас дети нуждаются в психологической помощи. Малышки напуганы и не понимают, почему родители не проснулись.